ці журнали, якби цілий журнал заповнений, як так, і зберігати. Він потім розшнуровується, це звітна документація, розшнуровується, передається в архів, він нумерується. Архів у нас спеціальне ділення, ну, спеціальне приміщення. Приміщення архіву. А електронные, к сожалению, еще раз говорю, то есть да, есть какая-то необходимая информация, достаточно сложно, если компьютеры разрознены. А журнал, как вы приходите вечером, и тут никого нема, где журнал стоит? В сейфе, тут... мы все храним в сейфе, всю документацию, журнал больничный, и это все хранится в сейфе. Докорняне и журнал. У нас вообще, здесь и закрывается помещение, у нас же не открыто, здесь все закрывается. Обычно здесь на рабочем месте всегда кто-то находится, поэтому ну, не было такого, что вечером не было, обычно все время кто-то находится. Ну, а по мне, кажется, уже я на ноутбуке, и тогда треба снова это все записывать, и это подвойная работа. Нет, это ноутбук для того, чтобы найти какого-то больного, например, в прошлом году, чтобы не идти в архив. Они же здесь все пронумерованы, очень удобно. Набрал, и у нас все больные под номером. Потом по номеру посмотрели, подняли, это сокращает время, ну, чтобы найти больного. Это очень удобно, поэтому мы их всех сюда регистрируем, они под номерами, тогда журнал поднял, сразу нашел больного. Журнал пишет, через это требует, когда запрос проходит, там, в суду, через прокуратуру, або в страховой компании, то час звернення, обставини травми и детальнейшие такие нюансы по наданию медичної допомоги. Дякую. Дивіться, що ми вас спробуємо. Дякую. Непосредственно. Ми все тут усовершенствуємо. У нас такі, видите. Дякую. Можемо